Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Rush World. С вами я, Юрий Гемельфарб. И сегодня у нас в гостях человек-легенда. Это российский политик Константин Натанович Боровой. Здравствуйте, Константин Натанович. Здравствуйте, Юра. Константин Натанович, я хотел бы с вами обсудить вот эти заявления Владимира Путина в адрес президента Украины Зеленского. Цитирую. «Мне друзья евреи сказали, что Зеленский – позор еврейского народа». На это зал разразился аплодисментами. Но... понимаете, в силу особого звучания наших с вами фамилий, мы знаем уже, что фраза «у меня есть друг еврей» — это классика, это классический признак антисемита. Ну, как правило, латентного исключения нет. Вопрос к вам. Антисемит ли Путин? Да, конечно. КГБ, ФСБ, вот эта организация... которые учителя Путина, это те, кто проводили с 1948 по 1953 год мощнейшую антисемитскую кампанию, глобальную, борьба с космополитизмом, такой эвфемизм тогда использовался. После 1953 года, после смерти Сталина, антисемитская кампания еще долго там затихала, врачей уже не мучили, не пытали. Вот, но с тех пор значит, это стало таким товарным знаком КГБ, МГБ. Вот, и антисемитская кампания во время еврейской эмиграции была усилена. Слово «еврей» в Советском Союзе, это была форма ругательства. Если хотите, анекдот расскажу, мне очень нравится по этому поводу один анекдот, что заходит такой амбал здоровый в автобус и, обращаясь к какому-то очкарику, говорит: «Еврей, передай деньги за билет». Тот начинает возмущаться, говорит: как не стыдно, значит, что за форма обращения, еврей, народ там разделился, кто-то поддерживает амбала, кто-то поддерживает, значит, вот этого гражданина, вызывает милиционера, который оказался тут же. Тот говорит: ну, там, расскажите, выслушивает обе стороны и говорит: мне кажется, еврей прав. Вот. Да, значит, понимаете, там же ведь есть еще один момент. КГБ формировалось в 20-е годы, в том числе из вот этих евреев, из местечек. Это некая специальная новая генерация евреев-антисемитов возникло, евреев-чекистов. У нас есть очень много примеров в современной России. У меня есть просто один знакомый, который руководил РЭКом, еврейским конгрессом, но такой чекист, антисемит. Вот. Явление феноменальное, необычное очень, но это вот порождение... Советского Союза, порождение вот этой структуры, которая воспитывала антисемитов, в том числе и из евреев. А как вы тогда объясните слова Дер Лазара, который сказал, что евреям при Путине никогда так хорошо в России не жилось, как при Путине? Плюс мне довелось беседовать с Леоном Вайнштейном, человек, который знал Путина, сталкивался с ним, знал Собчака. И на мой прямой вопрос, а антисемит ли Путин, тот ответил: я за ним этого не наблюдал. Как вы это объясните? Ну, Берлазар, эта структура была создана в тот момент, когда значит, главный раввин синагоги
тогда это была единственная, так сказать, структура, представляющая еврейское, российское еврейское сообщество. РЭК, Конгресс был тоже не слишком подчинен власти. Вот тогда был создан Берлазар, его структуры. Это в полной мере создание ГБ. И он всегда проявлял лояльность, делал соответствующие заявления. Вот то, что Леонид Вайнштейн не замечал антисемитизма там, ГБ, Путина. Ну, он, во-первых, он деликатный человек, дипломат. Во-вторых, мимикрия — это такая форма существования этих ГБшников. Вот его не удивляло разве то, что Путин говорил, что больше двух сроков человек не может находиться во власти, что демократия — это естественная форма существования России, наиболее эффективный механизм, что рыночная экономика, сотрудничество с Западом, ну много чего еще говорил, так сказать, Путин в свое время, и чекисты, не только Путин. Вот. Знаете, я очень старый. Я помню еще, когда директор КГБ Крючков боролся с разными в Советском Союзе негативными явлениями, в том числе он боролся якобы с антисемитизмом. Такой, знаете, махровый антисемит Крючков, который говорил иногда, что вот эта новая экономика рыночная или кооперативная — это создание структуры, созданные евреями и уголовниками. Понимаете? И он тоже боролся с антисемитизмом. Ну вот, как Берлазар, лояльный абсолютно современному режиму, назначенный, это вот евреи из чекистов. Тут не надо особенно мудрствовать там в глубину, заниматься психоаналитическими исследованиями таких людей. Они служат режиму, они готовы на белое говорить черное, на черное говорить белое. Ну, те же чекисты. Тогда вопрос. Ведь, как известно, окружение диктатора очень остро чувствует настроение хозяина. Отсюда вопрос. Вырвется ли на свободу извечный русский антисемитизм? Что называется, как джин с бутылки. Давно вырвался на свободу. И это наиболее ярко проявляется в регионах. Понимаете, вот эти несколько евреев, друзей евреев в окружении Путина, это ни в коем случае не сдерживающий фактор для новой антисемитской кампании. Ну, позиция Советского Союза по отношению к Израилю, там, если вы помните, она была, ну, совершенно антисемитской. Вот. Это все продолжается и активизируется при Путине, поддержка палестинцев. Я в свое время, вы знаете, это был год 2003, что ли. Я приехал в Израиль, у меня был приятель, член парламента Юра Штерн. Я привез информацию о том, что начинаются поставки ракет этим террористическим организациям, комплектующих. И он мне сказал: нет, не может быть, Путин наш друг. Ну, всю эту глупость вот он начал повторять насчет евреев в окружении Путина. А потом оказалось, что, ну да, Россия, вот эта чекистская Россия, путинская, она продолжает практику Советского Союза, подпитывает террористические организации, использует все те же рычаги на Ближнем Востоке, что и Советский Союз. Вот. Так что
Путин ничего нового не делает, он повторяет ту же самую антисемитскую практику. В окружении Сталина в период вот пика антисемитской кампании, вот этого дела врачей, было огромное количество евреев. Конечно, Каганович, Мефлис, да. И это никак не мешало проводить антисемитскую кампанию. Академик Минц ездил по Москве, обращался к известным евреям с просьбой подписать обращение к Сталину, с просьбой выселить евреев из Москвы и из центральных регионов, поселить их на Дальнем Востоке в ответ на выступления народа. Там же планировались какие-то совершенно варварские акции, антисемитские погромы, настоящие, со смертями, с повешением евреев. Вот. Каганович, кстати говоря, он в свое время отказался от того, чтобы подписать это письмо. Именно поэтому он вошел в ближний круг Хрущева, именно потому, что он отказался поддерживать Сталина. Да, да, но тогда вопрос вот какой. Вот тут днями Алексей Арестович назвал Михаила Борисовича Ходорковского, цитирую, «хорошей альтернативой Путину». Но давайте помечтаем, давайте предположим, что в России проходят честные выборы. Уже смешно, я понимаю, но все-таки. А есть ли шанс у человека с фамилией Ходорковский, Боровой, Рабинович стать президентом России? На честных выборах, конечно. Никаких шансов у человека с фамилией Зеленский тоже, казалось, не было шансов стать президентом Украины. Но народ Украины мобилизовался в условиях высокой степени опасности для страны, вот этой войны, которая велась уже в России. Вот и избрал себе такого президента. А, к сожалению, Зеленский не проявил всех хороших качеств мудрости еврейского народа, понимаете, вот его ориентация на демократическую партию. Мы его предупреждали о том, что это опасно. В сегодняшних условиях, вот прямо сейчас, возникла ситуация, когда демократическая партия прекращает поддержку Украины и фактически силовым способом вынуждает Зеленского пойти на переговоры с Путиным. Вот. Но это ошибки. Ошибки евреи тоже совершают ошибки, что там говорится. Все бывает. Но тогда у меня... Кстати говоря, в 2019 году, это ровно 4 года назад, у власти был президент Трамп, который поддерживал Украину. Республиканцы вообще поддерживают демократические режимы. Республиканцы остановили войну в Грузии. И ровно 4 года назад, в июне 2019 года, Трамп, отказываясь встречаться с Путиным, предложил Зеленскому посетить США с визитом и обсудить ситуацию в Украине. Зеленский отказался. Зеленский и его офис тогда ориентировались на демократическую партию. Но вот сегодня приходится расплачиваться за эту ошибку, ошибку фатальную, катастрофическую. Отсутствие желания расследовать коррупционные преступления Байдена привели к тому, что Байден сегодня пытается уничтожить, так сказать, сам источник опасности для него, информацию о его коррупционных преступлениях в Украине.
Понятно. Ну и тогда в заключение вопрос все-таки о России. Вот на ваш взгляд, есть ли вообще у России шанс избавиться от антисемитизма? Или это, как говорится, российское проклятие? Ну, есть ли у поляков, был ли шанс избавиться от антисемитизма? Ну, на бытовом уровне он присутствует, но в качестве политики, в качестве политики государства, которая была несколько раз такой откровенно антисемитской, этого больше нету. Понимаете, может быть, антисемитизм такой низовой, примитивный, такой бытовой, он и останется, но главное, чтобы его не было в политике России. А сегодня он присутствует. Вот заявление Путина, о котором мы начали сегодня говорить, это ну, проявление этого самого антисемитизма на государственном уровне. И это касается ну, многих аспектов. Понимаете, это же ведь сигнал. Сигнал, который верховная власть передает ведомство в свои части, так сказать, в регионы, сигнал допустимости антисемитской кампании. Ну, опять чуть-чуть увеличится еврейская иммиграция, хотя там, по-моему, никого уже не осталось, но, видимо, дополнительные рейсы придется организовывать после таких заявлений. Даже заявление «Еврей прав» это антисемитское заявление все-таки. Ну, это да. И тогда в заключение вопрос. Следует ли нам в Израиле ожидать, как говорится, отрыжки вот этой? Как известно, Хамас – желанный гость в кремлевских коридорах и так далее и тому подобное. И прочие хизбаллоиды плюс Иран, можно сказать, теперь лучший друг. Следует ли нам здесь ожидать, так сказать, эхо вот этого? Ну, ситуация, насколько я понимаю, очень опасная, очень опасная. С помощью России, Иран, Северная Корея получили дополнительный импульс в развитии ядерных и ракетных технологий. Мне кажется, это происходит там не вчера началось. Понимаете, это все очень опасно, и я, честно говоря, опасаюсь серьезного усложнения ситуации вокруг Израиля и вот эта новая политика Соединенных Штатов. Она приводит к изменению позиции арабских стран. И уже говорить в той мере, в которой мы говорили раньше об этом Авраамическом соглашении, уже нельзя. Уже ситуация иная, новая. Вот и я очень волнуюсь по этому поводу. У меня в Израиле, как вы знаете, много родственников ближайших. Вот. И я собирался посещать Израиль. Вот я вижу, что ситуация вокруг Израиля становится очень опасной. И в этих условиях вот эти протесты социалистов, попытки бороться с традициями самого Израиля, вот, мне кажется, дополнительной опасностью для страны. Но в любом случае мы не забываем, чем кончилась шестидневная война, мы не забываем, чем закончилась в 70-м году операция «Ремонт-20», чем закончилась война судного дня. Я не вижу оснований считать, что Израиль поступит как-то по-другому. Знаете, Юр, перед началом тех событий,
перед их началом. А результат не был предопределен. Он создавался руками еврейского народа, еврейских политиков, израильских политиков. Вот. И в сегодняшних условиях, когда внутренние разрывающие, так сказать, Израиль процессы подпитываются достаточно влиятельными израильскими структурами, когда борьба с премьер-министром, с обороной Израиля, с безопасностью Израиля осуществляется просто в открытую. Понимаете, мне кажется, это все очень опасно. Будем надеяться, что все обойдется, все будет так же, как и раньше, хотя мы должны учитывать и опасный, и негативный сценарий. Вы правы, но в Израиле есть одна черта. Дело в том, что в Израиле действует римское правило. Все распри на Тибре затихают, когда Рим в опасности. Все распри в Израиле затихают, когда Израиль в опасности. Поэтому я вот смотрю на израильское общество и хочу отметить, что как только начинается малейшая опасность, израильское общество цементируется мгновенно. Как-то вот так. Вот опасность уже была, и необходимо было призывать летчиков, так сказать, на защиту Израиля. И эти летчики от призыва отказались. Вам известен этот эпизод последнего времени, поддерживая определенные политические силы Израиля. Вот, Верховный суд. Будем надеяться, я тоже на это надеюсь, Юрий, я оптимист. Вот, будем надеяться, что все обойдется, хотя внутренние деструктивные силы в Израиле очень сильны. Что есть, то есть. Константин Натанович, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения политика Константина Натановича Борового. Но я напоминаю другое. Выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал NewRushWord. Обязательно подпишитесь на канал Константина Натановича. Ссылка будет дана в заголовке. И, конечно же, как всегда, слава Украине! Героям слава! До встречи, друзья! До свидания!